сегодня был фотопроект в стиле Лары Крофт «Постапокалипсис», который организовала моя супруга Елена. У нас сегодня работало несколько фотографов, видеографов. Мы сделали потрясающие кадры, девочки в восторге. Все ребята работали на сцене просто потрясающе. Давайте посмотрим, что у нас происходит прямо сейчас на площадке. Мы сегодня снимаем на вершине горы Ахун в заброшенном ресторане. У нас сегодня съемка в стиле Лары Крофт, и у нас сегодня 4 модели присутствуют. Здесь мы пытаемся изобразить Лару Крофт. Вот, тематика вся обоснована именно на этот лад. Вот, я предоставил для съемок все оружие: арбалеты, автоматы, ножи, пистолеты. Вот, ну, вроде бы всем все понравилось, все довольны, все этим всем играются. Все, расходитесь, ну, что вы стоите?